Так, я вам показал вот эту арку, которую нам сделали для того, чтобы нам было удобно идти. Сегодня открытие пляжа было. Ну, было, конечно, неплохо. Давайте я вам с этой стороны покажу. Дело в том, что... вот смотрите, сейчас я встану сюда, и вы увидите. Это пляж. Нынешний, современный. А вот посмотрите, как люди идут. Видите? Асфальта нет. И я когда шел, вверх поднимался, вот, парень, с велосипедом, если вы видите, да? И вы туда вниз спускаете, и потихонечку идете. Но тяжеловато, конечно. Не спортсменом. И, конечно, я устал, пока дошел. Я пойду водички попью. А вы пока посмотрите, как у нас люди идут. Это открытый пляж. Он называется теперь новый. Почему-то пляж. Ну, в общем, такой вот маленький репортаж от я вам делаю. Посмотрим. Люди все идут и идут. Я тоже иду уже домой. К себе отдыхать. Видите, Днестра вообще нету. Увидимся, давайте. Пока. Я очень устал.